И сегодня, вернее, не сегодня, а буквально в понедельник была создана комиссия, притом не просто комиссия, что департамент транспорта вот будет рассмотреть все вопросы с привлечением ДЭШ нагляду, со всеми вытекающими последствиями, с четкой проверкой того состояния парка, технического состояния, которое на сегодняшний день есть. То, что это нужно делать, я с вами согласен. Но я больше, ну, в бюджете денег ограниченное количество. Поэтому я все-таки надеюсь, что наше, будем говорить, правительство найдет все-таки механизм получения от Европейского инвестиционного банка, где проекты по развитию инфраструктуры города Запорожья, в том числе и по приобретению новых трамваев, троллейбусов, все-таки мы, наше Запорожье, нашло отклик у этого инвестиционного банка. Поэтому я надеюсь, что все-таки там 15-16 миллионов евро мы все-таки должны получить для того, чтобы можно было закупить и новые трамваи, и новые троллейбусы, и новые автобусы, и, соответственно, развивать для наших жителей города Запорожья действительно удобные условия по перевозке в черте города Запорожья.